Пропуск на Европу. Ивановские тэквондисты вернулись с международного рейтингового турнира. Одни из самых масштабных состязаний проходили в Афинах и собрали 2500 участников. Ивановскую делегацию представляли 6 спортсменов. И каждый бой прям зубами, волевыми качествами. Наши ребята молодцы. И даже когда они проигрывали, там, например, в третьем, четвертых боях они находили в себе мужество, находили в себе какие-то резервы, чтобы выступить, чтобы догнать и обогнать, чтобы выйти вперед и вырвать победу. Из 6 ивановских участников до призовых мест добрались 3. Сейчас они активно продолжают тренировки. На состязаниях ребята завоевали 1 серебро и 2 бронзы. Эти победы дались спортсменам непросто. Некоторым приходилось проводить по 5, а то и по 6 боев. Уровень был очень высокий. Трибуны были каждый день забиты людьми. Очень много народу было. Бои были трудные. Начиная с первого боя и заканчивая 6-м. Я дрался против ирландца, двух греков, белорус еще был, итальянец был. Уровень соперников был очень высокий. Среди участников можно было встретить олимпийских чемпионов, победителей Кубков мира и Европы. И неудивительно, призовое место на данном турнире и полученная вместе с ним лицензия автоматически позволяет спортсмену принять участие в первенстве Европы, минуя национальный отбор. В моей категории было 72 человека. Это, наверное, одна из самых больших категорий, в котором было так много человек. Я провел 6 боев. Самый сложный бой был за 3-е место. Из Турции был соперник. Я проиграл с счетом 9-1, но удалось догнать и выиграть победу. Вика – бронзовый призер турнира. На соревнованиях она была самой младшей. Ей всего 11 лет. Юная спортсменка только-только вошла в свою возрастную категорию. Соперники оказались старше ее и, соответственно, опытнее. Но при этом в первом бою Вика держала уверенную победу над турчанкой. Я провела 2 боя, во втором проиграла сильной девочке. Эта девочка была старше меня и сильнее. Теперь ивановская тройка победителей отправится на остров Крит. Именно там в октябре будет проходить первенство Европы. Мария Попова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.